Подскажите, вот вербочку носят, наверное, в воскресенье это обязательно? Церковь? Ну как обязательно? У нас нету тех деревьев, какие были там, пальмовые ветви, вайи. А тут все зима, и поэтому первое, что расцветает, это вербочки. И поэтому воображаем, что это то же самое, что было при Христе. Это напоминание, больше ничего в этом нету. Ну а так как освящают, все освященное для нас дорого. Благодарю. Да, тут больше ничего нет. Память, напоминание. И крестик мы носим, тоже он напоминает о распятом и воскресшем Христе. Так и здесь. Если были мы в Иерусалиме, там пальмовые ветви приносят, очевидно, какие постилали под ноги ослу. Осел возомнил, что он главный. Ему постилают. Тут главное не в вербочках. Постилали одежды, написано. Вот в чем суть-то вся. Веточки – это благодарность, радость. А одежды, которые постилали, это знак того, что мы отдаем себя в полное распоряжение Господу. Наша одежда для души – это наше тело. И вот когда пришел пророк, а в это время шло совещание у Иуя, и он говорит: у меня к тебе есть слово, начальник. Ну, он выйдет на улицу, и он говорит: тебя Бог помазал в царя, и ты делай дальше, что положено. Он когда зашел, вы помните, его спрашивают: ну что он говорил, этот пророк? Да этот одержимый-то. Тут говорит, слушать нечего. Ну все-таки что сказал? Он сказал, что я царем избран. А я же не царь, я только маршал. И они сразу встали, постелили ему одежды под ноги. Одежды. Знак того, что ты признан. Вот раньше было как? Было так, что если замуж выходит женщина, у нее есть ребенок. То есть для кто женится, для него он пасынок. Так он в церкви обряд был такой. Этот пасынок обязан был лечь там где-то у алтаря, видимо, на порог. И священник это благословляет все. А отец-то новое его, отчим, ногой наступает ему на шею. Ну, не больно, а так, чтобы видно было. То есть в полное распоряжение этот пасынок отдает себя как второму отцу. Вот что сегодня. И там написано, и постилали одежды в день вот этот, и вход Господень в Иерусалим. В этот ход Господень в Иерусалим не все радовались. Многие потеряли Христа. Они ждали, что он едет на белом коне, как победитель, а он на осле. А на осле никто не воюет. То есть их мечты были преданы забвению. Он дарует свободу духа, свободу от грехов. А они ждали, а мы думали со всем тем, что он свергнет ненавистное римское иго, и они получат независимость. Вот как это дело обстояло. Все. Благодарю. Слава Иисусу. Больше никого нет, отхожу. Игнатий Тихонович. Да. У меня есть маленький вопрос такой. Давай. Я не знал такого вещи. Вот я подъехал к дому, к себе, у меня постоянно дома вербочки лежат. Ну, находятся в бокале. Ну, так, этому, там. И вот у меня дом, благоухание было на улице. Я дошел в дом, думал, кто-то духи разлил. Не понял ничего. Искал, не нашел причину. А потом подошел, у меня вербочка одна расцвела, такая желтая была красивая. От нее благоухание было. Я не знал, что делать, потому что я первый раз с этим столкнулся. Я хотел ее, ну, как говорили, вербочку надо посадить, чтобы вода будет. Думаю, посажу ее в огороде. Это самое. Пока лопату искал, эта вербочка исчезла, я ее так и не нашел. Пришел с лопатой, вербочки нету. Вот такой у меня ситуация была. Ну ничего. Напоминание, это тоже хорошо. Спасибо, Господи. Слава Господу. Так, все. Отхожу. С Богом.